1991 году Павел Шувалов был милиционером в метро. Задерживая пытавшихся бесплатно проскочить маленьких девочек, он угрожал сообщить о них родителям или в школу. Отпускал, когда те обещали прийти к нему в лесопарк побеседовать. Для тех, кто приходил, эта встреча оказывалась последней. Преступник насиловал своих жертв, а потом убивал. Через некоторое время его решили допросить как свидетеля, предъявив несколько косвенных улик. Неожиданно Шувалов раскололся. 11 июня 1997 года суд приговорил его к смертной казни через расстрел, но позже заменили на пожизненное заключение. В 2020 году скончался от сердечной недостаточности.